Здравствуйте, дорогие друзья! Мы поздравляем вас с наступающим Новым годом, годом белой металлической крысы. Мы решили узнать, что москвичи пожелают украинцам в новом 2020 году. Здравствуйте, девчонки! А что бы вы хотели пожелать украинцам в новом году? Украинцам? Да. Всем счастья, любви, здоровья, всем-всем и мира. Спасибо. Здравствуйте. Что бы вы хотели пожелать украинцам в новом году? Я бы хотела пожелать им счастья и, не знаю, всего самого лучшего. Как вы считаете, останут ли лучшие отношения между Россией и Украиной в новом году? Очень надеюсь. Хорошо, спасибо. Спасибо большое. Скажите, а что бы вы хотели пожелать украинцам в новом году? Счастья. Крым, наверное. Любда. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что бы вы хотели пожелать украинцам в новом году? Вообще, процветание, конечно. Счастья, любви. Спасибо. Скажите, пожалуйста, а что бы вы хотели пожелать украинцам в новом году? Тут всего хорошего, точно так же, как и нам. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что бы вы хотели пожелать украинцам в новом году? Украинцам? Да. Ума и удачи, и всего хорошего. А как вы думаете, улучшатся ли отношения между Украиной и Россией в новом году? Ну, не знаю, вообще улучшатся. Хорошо, спасибо, с наступающим. Всего доброго. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что бы вы хотели пожелать украинцам в новом году? Ну что, мира, любви, радости, веры в Бога. Как спасибо. Как вы считаете, останутся лучшие отношения между Россией конечно, и Украиной? Конечно, если у всех будет любовь и мир, то будет замечательно. Да. Спасибо, с наступающим вас. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а что бы вы хотели пожелать украинцам в новом году? Ой, а почему такой злой? Хороший. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а что бы вы хотели пожелать украинцам в новом году? Не знаю. Выпендриваться, а там лучше. А как вы думаете, станут ли лучше? Да, улучшатся ли отношения между Россией и Украиной в новом году? По-моему, нет. Хорошо, с наступающим. Спасибо. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а что бы вы хотели пожелать украинцам в новом году? Кому? Украинцам. Как? А Украина – это окраина России. Мы – это враги, это хозяева, руководители дерутся, а у холопов чубы трещат, говорят. Как? Чтобы мы были едины. Хорошо, спасибо. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что бы вы хотели пожелать украинцам в новом году? Свободы, счастья, здоровья. Люблю. А как вы считаете, улучшатся ли отношения между Россией и Украиной в новом году? К сожалению, считаю, что не улучшатся. А почему нет? Нужно верить в чудо. Новый не год. Знаю, я как в чудеса не верю. Спасибо, с наступающим. Побольше чуда в жизни. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а что бы вы хотели пожелать украинцам в новом году? Мозгов немножко. Спасибо. Здравствуйте. А что бы вы хотели пожелать украинцам в новом году? Блин, чтобы закончились все боевые действия, чтобы наконец-таки люди не гибли, чтобы страна стала единой. А как вы считаете, станут ли лучше в новом году отношения между Россией и Украиной? Ну, блин, очень хочу этого, потому что у меня очень много родственников на Украине. Чтобы все закончилось, все. Был мир, процветание, все было классно. Спасибо вам большое. Спасибо, с наступающим. Спасибо, вас тоже с наступающим. Кстати, скажите, пожалуйста, что бы вы хотели пожелать украинцам в новом году? Ой, в новом году? Да. Всего самого хорошего, здоровья, всего самого доброго, мира главное. Спасибо, нет. Спасибо. А как вы думаете, в новом году улучшатся ли отношения между Украиной и Россией? Ну, надо надеяться. Конечно, должно быть. Ну, сколько можно? Все это свистопляска. Хорошо, и что из другой стороны? С наступающим. И вас. Что бы вы хотели пожелать украинцам в новом году? Самое главное, чтобы было здоровье, счастье и не было никаких войн между собой. Все. А как считаете, улучшатся ли отношения между Россией и Украиной в новом году? Ну, видите, я не политик. Ну, что-то положительное вроде бы есть. Хотя бы пленных выводят.
Спасибо. Политики, не политики, с человеческой точки зрения. С наступающим вас! Друзья, вы сами видели пожелания от москвичей украинцам в новом 2020 году. Большинство желает счастья, здоровья и, конечно же, мира. И мы надеемся, что в новом 2020 году отношения между Россией и Украиной обязательно улучшатся. Дорогие друзья, с наступающим Новым годом!